Так, друзья, показываю вам Алену. Вдруг кто-то забыл, как она выглядит. Кто не знаком, это Алена. Она создает потрясающие куклы. И еще у нее... новенькие. И еще у нее много украшений красивых тоже. Это Австро-Венгрия. Ух ты, какой. 17,5 может быть. Тут света маловато, знаете, это только Аль-Мадин, на этой выставке. Да, Аль-Мадин старенький, большой размер. Это серебро, да? Конечно, это серебро. Ну, добротно смотрится. Я его до конца, правда, не буду надевать, а то потом не сниму. Красиво, 14. 14 тысяч такое кольцо. Кольцо с камеей, раз уже кольцо брешь. Да. Тоже редкость. А это камея на чем? Серебро, раковина. Раковина, камея. Да. Так, ты что-то не хочет фокусироваться. Это кольцо 15 тысяч. Родное. Тоже красивое такое, нежное. Да. Женственное прям. Ну и вот, вот такие разные кольца. И с гранатами, с микрожемчугом. Вот такое вот с пиропами. И шикарнейшее, пришикарнейшее. Вот такое. В общем, все меня кольцами. Ну да, смотрите, вообще какие красивые, вот особенно на осень, да, они прям... А гранаты вот в зимний период, осенний, прям греют. Прям... Да? Да. Это вот вообще... Как раз время гранатов наступает. Друзья, какой из гранатиков вам больше понравился? Мне почему-то нравится больше вот когда жемчужинка, мне кажется, как-то понежнее смотрится. Мне тоже жемчуг очень нравится, обожаю микрожемчуг. Сочетание такое вроде как несочетаемое, но при этом вот оно смотрится интересно. Мне кажется, да? Ну и вот это тоже. Ну, богатая. Это прям. Просто... Это прям для роскошной, богатой женщины, да. Уверенной в себе. Да, очень крупные пиропы. Да. И уже почти нету. Именно в карбасоне это и пироп очень крупный. Да, шикарный. Так, теперь снимаем. Да, вот видите, там очень много украшений. Нужно все мерить обязательно. Потом вот такие сапфиритики. Это серебро с позолотой 750, и это 14 карат вставочки. Сейчас не могу сказать, поймала фокус. Но тоже красивые переливы. Это на золотой фольге. Такие. Да. 26. Ну, 26 тысяч. Торг уместен. Кто-то меня еще просил контакты твои в комментариях. Может, ты покажешь визитку, а то мы в тот раз не показали, и люди спросили. Вот, друзья, Алена, можете писать ей. Так, публикует, вот. Можете писать, уточнять, если вам что-то понравилось. Так, спасибо. Вот сырок. Это рог провола. Да. Это такая застежка? Оливка. Да, ну это старенькая висючка, тоже вырезанная. Ну прямо так, смотрите, какая застежка. Угу. А они комплектом или по отдельности? Нет, по отдельности, конечно. По отдельности. Сейчас очень много розы эрбаха. Розы? Да, эрбаха, вот такие розы, вырезаны на кости. И вот у меня их сейчас прям целая коллекция собралась. Ну да, мне они тоже нравятся, очень приятные по оттенку. И есть и броши, есть и подвески, вот такие цепи. Это вообще редкость-редкость. Это тоже, смотрите, какая застежка интересная. Напоминаю, что сейчас у меня есть сапфириты коллекция. Вот это вот? И эти в том числе, и есть в кольцах, на тишинку принесу. Ой, такая весюлька здесь, да, веселенькая. Вообще интересно смотрится, правда, вот на руке. Изящно. Спрашивайте, кому интересно. А вот это что за колечко такое рядом с синим яйцом? Ой, это такое интересное колечко. А то его подходила, смотрела, да. Тоже, да, интересно. Оно растягивается. Вот, да, необычно. И можно на любой, ну, на любой размер, условно говоря. А это вот что за металл? Это какой-то сплав. Сплав. Ну, это чешский старик. Я думаю, что это стекло. Чешское, ну, старое, да? Да, стекло старое такое. Чешское, но оно очень эффектное. Оно выглядит вообще просто на миллион. Ага. Ну, у меня такое ощущение интересное. Мне в последнее время тоже нравятся большие камни. И вот так одно кольцо, и все. Да, и образ закончен. И оно, кстати, 6 тысяч на дорогу. 6 тысяч. Я говорю, а выглядит на миллион. А вы, да, такие вещи, которые да. Выглядят очень дорого. Ну, тут...
А, вот это куклы мы, наверное, не видели. Мозаика медной горы. Тут, видите, такой уголок фиолетового. Это да, такой аметистовый уголочек. Ой, какое платье у нее. А там что, коса сзади? В последнее время прям очень люблю вот этот цвет, аметист. Они тоже такие осенью да, очень хорошие. Да, сочетание интересное. Угу. Они с коричневым классно вообще. То есть это стекло старое. Это вот такие зимние бусы. Они прям такие зимние. Ну, это тоже, видите, это, да, это аметистовое стекло. И вот аметистовое стекло. Вот старое. Ну, кстати, можно, да, даже как две подвески в два ряда надевать. А вообще красиво, когда много одевается. В разных оттенках и так, да, интересно. В разных оттенках, допустим, аметиста. Потому что есть еще вот такой оттенок, вот у меня тоже старое стекло. Хотя вообще шикарное. Да. Посмотрите. А по ценам? Нам интересно. Ну, вот эти 8. 8. Так, а те? Стекло. Вот эти... Ну, 6 у нас. 6, ага. А вот эти светленькие? Вот эти светленькие, это именно чистовое стекло, они дорогие, они 10. Эти 10, угу. Это старые, это прям розарий. Вот. Старые подвески сережки, родные, как были бы в той же оправе. Я думаю, что да, это стекло тоже старое. Мне так кажется, по ощущениям, потому что горный хрусталь уже когда держал, уже как-то, ну, уже ощущения немножко различаешь. Ну, конечно, горный хрусталь горный шикарный, хрусталь, да. Горный есть всегда. Ну, не всегда, а по мере есть. Угу. Александриты. А это Александриты. Да, а можно или их сложно вытащить? Не, можно. Вот так. А то они просто на темном, да. Прям не видно их. Поближе так сниму вам. Крупные. Угу. Да, посмотрите, как сверкают. Смотрится как аметисты. Шикарно. А цена какая? 15. Еще у Алены все такие, знаете, интересные вот эти коробочки, в которых у нее это все лежит. Угу. Все так хочется вот это вот все рассматривать постоянно. Ну, да, я так очень люблю все эти коробочки. Да, их сейчас тяжело найти, такие интересные коробочки, на самом деле. Ну, кому интересно, может в WhatsApp заглянуть и спросить. Угу. Я отправлю фотографию, что есть. Хорошо. Рузанна. Вот, да, мокопара такая. Гарнер небольшая. А сколько стоит? 10 тысяч такая мока. Гарнер. Ну, хорошенькая. Англия это? Это да, подсказываю, что это Англия. Такое блюдце. Кремовый оттенок, очень приятный, фарфора. А здесь еще хорошенькие есть пары. Тоже пара от Кузнецова форма. Чудеснейшая. Да, не роскошная. А это пепельница или нет? Наверное, вряд ли пепельница. Икорница? Это икры надо сколько? А, это Дания. Три волны, да. Ну, можно и закуски положить, конечно. Да, да, да. Какие-нибудь рулетики, да. Или с креветками. Это 30 уже. По 20-30. Вот это очень редкая форма вообще. А это как будто бы во что рыбу ловят? А, сетка. Это, ну, да. Да, туда, да, ее складывают, когда сетки поймали. Называется садок. Садок, вот. Ну, у нас там называется любитель. Такие вот малыши играются. Это у нас кто? А это кто? Украина. О, это Украина. Это... Да, песочницы малыши играют. Какой аллигатор хороший, крокодил. В общем, много всего хорошего, красивого. Кому что необходимо. Там он разные статуэтки с разными профессиями. А, кстати, знаете, интересная там шкатулка балерина. Сейчас я аккуратно проберусь, хочу посмотреть. Это же шкатулка? Нет. Просто балерина сидит. А мне издалека показалось, что она открывается. Вот это? Балерина Лена. Балерина Лена?
А я думала, что это шкатулка, мне так показалось издалека. Нет, это каталожная фигура, в районе советская. А сколько стоит она? 15 тысяч. 15 тысяч. Да, красивая. Блюдо? Ага, тырин, да. Да, наверное, тырин, да, не хватает, может, крышки. Но можно как фруктовницу использовать, не знаю, может, была там крышка, не была. Это Кузнецов, это КПМ. Угу. Кузнецов, КПМ блюдо, да. В общем, много роскошных вот предметов. Редкое, хорошее, только получила. А это у нас чье? Это Испания или Италия? Италия. Италия. Ага, маскарад. Герои, да? Коломбина. Герои кого? Пьеро и Коломбина. Это Пьеро. Пьеро и Коломбина, да? Вот как эти Пьеро. Пирожки и Коломбина. Спасибо. А вот Пьеро, смотрите, подсвечник. Подсвечник. А они почем? Они по 15. По 15, да, шикарные. Мне так нравятся, они тоже, вот эта серия. Хотя я не любитель Пьеро, но они такие красивые, прям стильные. Они очень стильные, да. Позиции. Да. Да. Зойчик, знаете, ролик хороший, Гёбель. А, сразу ничего Гёбель. Себе, размерчик хороший у Гёбеля. Там еще бегемот. Спасибо большое. Крокодил, Италия. Италия, да? Да, посмотрел? Италия, хорошенький такой, белый, стильный. Крокодил тоже очень редкий. По-моему, Италия тоже. Да, Италия, Дима посмотрел. Италия, да. Ага, 25 тысяч, да? Угу. Ну, тоже такой стильный. Он очень редкий, по размеру он редкий, потому что такого размера. Было вот такое, вот чуть вот такое, сидячее, ФЗ-шный. А это вот прям вот так и хочется. Да. Вот Петр Первый. Это Ленинградский опытный завод ЛОЗ клейму. Ой, ничего себе, да. Да. Причем с подвесом там. Она старая и редкая. А сколько стоит? 8 тысяч. Угу. Спасибо. В общем, много всего, друзья. Скоро будет тишинка, там будет еще интересней. Так что увидимся там. А, ну чайничек я это да, я его, по-моему, видела, забавный. Ой, смешные. Помирились, поругались. Да. Веселый.